И снова здравствуйте, игроманьяки! С вами снова Джейсон, канал True Many Games. Мы убиваем собак, и Greenpeace нам за это ничего не скажет. Зато с собаки можно подобрать бронь. Че там, песня что ли? А у меня оружие... А, я же оружие все знал, я же этот, как его... Сопит-то как... Я же официант, точно. Тут каску забыл на очке. Немецкий солдат никогда не забудет каску на очке. Он слишком дисциплинирован для этого. Ну, с Богом. А, одеться надо. Хорошо. Я завернусь в ковер. Закрыто. А, вот фартук. Поднос. Теперь можно двигать. Да здравствует немецкое веселье. Все в жопу пьяные просто. Записка офицера Альберта. Можете почитать, нажав на паузу. Lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstraße will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Setzen Sie sich. Зачем ей беседовать с официантом, скажите? Wie heißen Sie? Franz. Franz. Он сказал Франц, он сказал не Франц, а не Франц. Fasziniert sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Как это ужасная баба. Ist ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Сейчас он получит удар по морде, сдается мне. That's good. Акцент, да. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosinen. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Trigger!
Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Shriner, he's not a waiter. Ну вот, нас спалили. He's a spy. Омерзительный. Потому что он сказал Франц. My name is Франц. Я бы тоже его сразу спалил. Эберхард, unternehmen Sie nicht. Что за обрушение пошло? Сейчас приземлился не очень удачно, я так понимаю. Глава 6. Руины. Бласкович, Бласкович, надо было тренировать немецкий, но ты же шпион, ну твою мать. А Хельга похожа на старого алкоголика. Ну причем на алкоголика, я имею в виду мужика. Записки Хельги можете прочитать, нажав на паузу. Никто нас не слышит, конечно же. Золото партия. Зомби? Что за хрень? Какого хера зомби? Мы зомби-то не заказывали. А почему они вдруг стали зомби? Я что-то не очень понял. А с чего вдруг-то? Что произошло? Не, они, конечно, как желе разваливаются, но тем не менее. Зомби-нацисты — это избитая тема, ребята. Зачем Вольфенштейн опустился до такого? Ну там, чем дальше, тем страшнее, я понимаю. Местный шустрел, что ли? Кеслер, come in. You read? Что за хрень тут происходит? Fucking gadgets. Чертовы гаджеты. Согласен с тобой. Блин, а неплохо было бы получить автомат уже. То патроны дают, а оружие не дают. Behind you. Все, писец. Тот самый ублюдок, которого она положила ранее. Что за одной из живых мертвецов? Прости меня.
Да, я согласен, это пипец как. Что за хрень? Ни хрена себе пса надавил меня. Блин, вооруженные зомби-нацисты, это уже перебор. Я против такой херни. Это был цветок всего лишь. Всего лишь это был цветок. Тревожный музончик пошел, ни хрена не видно. Зомби-собаки. Из-за огня прям вырываются. Ну зомби-то, ё-моё. Так просто, чтобы мы не скучали, наверное. Решили нас чем-то удивить. Но это меня нисколько не удивляет, скорее немного разочаровывает. Попадали, попадали. Стреляйте зомби в мозг. В противном случае его труднее убить. Но мы как стреляли в голову, так и стреляем. Так что у нас-то проблем особых не возникает, как вы видите. Просто не стоит, наверное, торопиться. Кеслер, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? Кровавая банька. Что-то большое топает. Если это не музыка, то это что-то очень нехорошее и опасное. Сдается мне. Блин, целый обойм тебя выпустил, ублюдок. Нихера. Ты что, самый резкий тут? Дробовик, наверное, надо брать, что я тоже. Юб, ты меня там пугал уж. Резкий как понос. Так, так, ну и скоро будет выход-то. Чё, плыть что ли? Я надеюсь, у вас там все хорошо. Нет, записка здесь и обрез. А, обрез сейчас будет. Опс. По два неэффективно. Сразу по два выпускать. Патронов не напасешься, перезарядка долгая. И все в таком роде. Максимум патронов. Пойдем тогда. Пойдемте дальше, посмотрим. Я вот промахнулся. И теряешь кучу времени.
Да, да. Мазафаки эпик как бы происходит. Валится штабелями. Когда они перегорели, все, можно жить спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Я за патронами, за броньками. Ну, в общем, такое. У меня небольшая пробежечка за лутом. Ведь они встают опять. Ну, пойдем к вам обратно, чего уж там. Они падают прямо с неба. Это какой-то просто апокалипсис, мать его. Хи. Не то? Опять не то. У меня там новое оружие. Я пока найду новое оружие. Я уже несколько раз прикончу. Вы видели, как он бежал? Как он бежал? Надеюсь, они так и будут. Они падают с неба тупо, блин. Это же бесконечно, я так понимаю. Надо валить отсюда. Хотя здесь дают нам пулемет. Не дают нам пулемет, нам дают только установку от пулемета. Все. Так, нам вообще куда? А никуда. Момент. Может, проплыть надо? Сейчас поплывешь, окажется, что не надо. Давайте я вас убью, у вас уже немного осталось. Еще закрыто. Неужели плыть? Не, ну если он так показывается, то, наверное, все-таки плыть. Хи-хи. Золотишко. Вот. Не допрыгнул. Ну, разумеется. Зомби закончились на этим, нет? Они в беде, нужно помочь им как-то. Они мочат фашистов. И мы мочим фашистов. И зомби мочат фашистов. И вообще, просто все мочат фашистов. Так, надо бежать, бежать, бежать. О, он вспыхнул. А чё вы у него не стреляете? Он же зомби. Мать его. Ой! Взорвался так, что меня залагало. Пока все увлечены зомби, у нас появляется еще одно зомби. В принципе, это неплохо. А на месте этого зомби еще одно зомби. Стреляйте в зомби. Вы кончитесь вообще когда-нибудь-то? И ты в зомби. Сюда.
Я убегаю отсюда. Вон там зомби идет. Там же зомби идет. Ну, ребята, ну вы чего? Что вы меня закидываете? Вон там зомби. Как же вас много. Еще один зомби. Кстати, больше криков нацистов я не слышу. Может быть, все? Может, мы закончили наш свирепый бой? Я вообще просто в шоке. Как их было много и как они были не вовремя. Хрен из два, нацисты никогда не кончаются. У меня здесь патронов нету. Что делать? Можно и так, конечно. Так, так, так. Так, так, так. Что здесь еще? Так, и куда мы? Баня. Ну, бань так баня. Опять зомби. Нормально все. Because the brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. I have been here before. The week after Weihnachten. My friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs, and there was ice in the pool. We danced to gramophone records in her Obermas office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Here. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. А можно было, наверное, плюнуть и оставить ее здесь и уйти. О, там немец храбро сражается. И это не немец. Нет, это был не немец. Это был наш дружище. So sorry, Kessler. Wasn't supposed to... Записка нацистского офицера. Да, это не обязательно должно было так заканчиваться. К сожалению, это закончилось именно так. Если бы я знал, конечно, я бы поторопился. Статья «Близится ночь огней». Так, нажимайте на паузу, читайте. Тут, в принципе, немного. Здесь что у нас? Что, совсем ничего? Странно. Ух ты! Ныряем. Какая здоровская штука. Кенсы, однако. Так, глава 7, старый город. Head for the church ruins. Helga's gotta be there.
А, это робот-грузовик всего-то. А как мне его? А снимись с меня. А что за хрень? Мужик, как тебя снять? Что, залез такой и давай меня бить? А где подсказку мне вывели, типа, чтобы он вас не бил, нажмите то-то. А я его зачем использовал? Чтобы войти сюда и все, что ли? И на этом все? Че, вот так вот просто? Да ну ты гонишь. Просто сломал дверь. Какая фигня-то, а? Я думал, сейчас будет эпик, заруб, замес. А как-то совсем не эпик. Разочарованька и печалька. Ну ладно, продолжаем. О чем продолжаем-то? Куда мы вообще продолжаем? Вообще, все-таки надо что-то сделать. С этими тросами, допустим. Как минимум. Теперь можно залезть опять на робота? Можно мне покататься на роботе? Можно еще немножко? Ну, здесь просто необходимо. Да отвалится от меня. Да все, сейчас слезаю. Лучше в этого стреляй. Да все, все, блин, заколебал. Не могу слезть. Что за хрень? Офигеть, вообще все хп мне сняли. И молодцы, мать вашу. Как это значит закрыто? Было золото нашлось зато. Что мне мешает залезть в это окно? Куда же ты? Не надо. Назад. Видите, он уже залез. Что за фигня происходит? Вы же аптечка. Нихрена их там. Ух ты! Так, тоже неплохо. Музыка-то все тревожнее и тревожнее. Банька! Подожди. Там все, я сажусь робота. Нет, я не сажусь робота. Теперь я сажусь робота. Иду нафиг отсюда. Как вы мне надоели. Нужен ключ. Если так просто. Сейчас меня убьют. Нужна аптечка. Чего они за мной бегают? Че, охренел что ли? Да че, мне так долго не хватало. Допустим.
А дальше? А где ключ? У кого ключ, ребята? Парни, у кого ключ, признавайтесь. А вот и ключ. Еще одно золото. Как вы надоели. Конца и края нет. Откуда столько зомби? Последний, я надеюсь. Хрен с два. Они лезут откуда. Это прям жутко-жутко. Прям врата ада. Не меньше. Мне что предлагаете? Бегом отсюда нахрен. Птичка, птичка. Бегом нахрен отсюда. Дальше ты где выход, ё-моё? Мне нужен снова робот. Я понял вас. Смысл ваших затей. А где робот-то? А, вот он. Вот оно чё. Оказывается, можно, управляя роботом, взять пуху и идти дальше все спокойно. Это, кстати, очень круто. Я еле выжил. Но это было здорово. Дайте мне вылезти. Все здорово, здорово. Да, вылезай. Аптечки, аптечки, аптечки. Да что там все? Все что-то где-то бурчит кто-то. Допустим. Че, опять робот нужен, что ли? Когда этот апокалипсис закончится? Ура! Сдается мне, мы выбрались. Перспектив-то так себе. Глава 8. Раскопки. Что-то они раскопали, видать, зловещее и ужасное, что привело к таким последствиям. Ну и продолжим мы, наверное, в следующей части. Да? Не забывайте ставить лайки. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Рассказывайте о нас друзьям и подписывайтесь на канал. Пока-пока.